центральных перекрестков. Зеленая такая аллейка классная. На какой рынок? В обход рынок. Вина попила? Нет. Что, не будешь квасить? А, ну давай. Вот это будло. Карта будло. Ну смотри, где мы входим, где выходим. Тут полторы улицы. Крепость. Крепостная стена, старый бур. А перед тут кафешка. Заходим. Идем в старую будку. Прогулка по старой будке. Старый град, вот там хорошо видно за моей спиной, и там должна быть девчонка, статуя, тоже символ Будды. Ну ее, наверное, не видно, главное видно меня. И главное видно, что вот здесь 10 заповедей черногорцев, за что я люблю эту страну. Ничего не делает, загорай, и вон тут бродят всякие немцы, мучаются, не знают, что делать. А мы здесь отдыхаем. Вот это 10 заповедей Черногории. Привет вам всем. Старый град. Здесь красиво. Обед. Все черногорцы обедать. Бросая работу. И вон Ленка там чем-то машет. Привет, старый град. И вот сейчас мы находимся на стене на крепостной. Высота где-то 50 метров, наверное, между волны шумят. Вот такая интересная крепость. Вид особенно классный здесь. Вот посмотрите там. Первый этаж крепости. А посмотрите, какой берег отличный.